Привет, ребята, с вами Каиса. Я продолжаю играть в Hops of War PlayStation 1 версию американского региона команды хирургов на уровне сложности Hard. Отправляемся в 24-ю миссию Гамбургер Хилл. Здесь у нас 7 командосов. И надо соображать очень быстро. Времени на ход дается немного. Так, ну пойду пока за ракетой, аптечкой. Ну это нормальное начало. Но они сюда не стреляют. Вот в чем беда. Так. Есть шанс, что этот сейчас не успеет выстрелить. Кендо. Есть такой шанс. Да. Не успел. Давайте ему гранату кинем. Эх, плохо кинул. На, сейчас, похоже, ТНТ прилетит мне. Да. Камию надо лечить. Мне кажется, это приоритетнее сейчас. Чем пытаться атаковать. Жалко вот, что они разбегаются. Эх. Ну куда ты, куда ты? Ага, опять по Камии. Не любят они его. Но ничего. Мы его подлечим. Так, ты где, братан? Так, этот что будет делать? Тоже из базуки. И опять по Камии. Может, попадет по своим деревьям? Нет. Эх, так, этому далеко бежать. Поэтому, наверное, гранату придется кидать. Вот так вот. Ничего не потеряли. Ух ты. Кластеркой грозится. Ну, тридцатку снес. А дальше? Дальше пора выпускать своего лучшего бойца. Этот беспредел. Немного размазать. Куда лучше стрелять? Ну, наверное, вот по тем двоим хорошо стоят бойцы. Даже по троим попало. Эх, базукой. Ой, молодец. Камия, твоя задача будет взять медаль и кинуть гранату успеть.
так вот. Камии меньше всего здоровья, так что его надо прямо латать. Может, не успеешь? Он не успеет, мне кажется. Так, бери гранату. Я тут разбежаться не успею, к сожалению. Давай, 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 давай! Еще пару шагов могу сделать. Так вот. Один готов. Ой, молодец, братан. Вот это братан. Давай, 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 давай. Да. Ой-ой-ой. Хорошо, по дуге пошла. Три медали собрал. Там хорошо мои стоят архаровцы. Ох ты, ты смотри, что делает. Надо вот этого бойца как-то восстанавливать. Сколько у него хп? А, 170. Нет, это не у него 170. У этого 70 осталось. Так, тут бежать далеко. Мы попробуем. Четвертая медалька. Успеешь? Не. Так, давай пятую берем. И лечим бойца нашего. У тебя больше всего хп, надо прикрыть спину. Сюда поставлю. Так вот. Эх, надо было чуть-чуть отодвинуть его. Так, ну медали все взяли. Отлично. Можно теперь транквилизаторами усыпить вот этих ребят. Тенко. Нет, не его сейчас ход. Даже его ход будет неизвестно. Может, сейчас вот. О, катись, катись поближе. Так, один пропускает уже. Надо подумать. По-моему, вот этот ниндзя. Да. Так, теперь кто? Может быть, ты? А, Шобан уже готов, блин. Я не посмотрел, сколько у него хп. Так, ну тут еще один пропускает, отлично. Вот мы их сейчас возьмем тут.
тройничок. Хорошо-то как. Так, у этого 16 хп еще. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, Ода еще не смерть. У Эда не смертельно ранен, но 60 хп. Надо бы его подлечить. Далеко бежать. Давай, братан. Бери гранату. Последняя лимонка. Так, еще один готов. Так, мимиками пока нормально прикрывает. Уэда, что будем делать с тобой? Ну, я думаю, вон в ту кучу надо кидать гранатку. Хорошо расположились. Да, это по кому это? Опять у Эда сейчас пострадает меня. А, нет, Ода. Ода пострадал. 62 хп всего. Так, ну он сейчас ходит. В принципе, не смертельно пока что еще. Давай туда закинем. Эх, сильно кинул. Куда? А, ну нормально. Хотя... 80 хп у Ямаоки. Не, ну не смертельно вроде. О, минус 2. Их осталось сколько? Двое? Миками пока держит. Ну, даже есть кого подлечить. Так, ну они сейчас будут оба мехами бить. Пока нормально. Есть трёхстволочки. И Тенко стал ваншотным, если граната есть. Граната есть. Эх, досталось же. Так, и куда ты? Блин, он может убить сейчас Миками-то, если разрядит супер эту зенитку свою. Надеюсь, не успеет. Фух, как отлегло от души просто. У
него ТНТ есть. Ничего себе. Так, он себя там не зацепит. Воду надо лечить. Наука, отлично. Так, ну есть трехстволка. Этого, конечно, мало. Куда ты пошел? Блин, зенитка у него еще есть. Это печально. Ага, он ее сейчас использует. Но убить не должен. Но досталось крепко. И Маоки. Ты где, морда? О, усыпить надо, тварь. И в теории можно его убить. Если... Хотя очень даже можно убить. Двух дротиков достаточно. Готов. Вот мы с вами и прошли 24-ю миссию. Хирургами на харде с полным выживанием, со всеми медальками. Я же все взял, вроде бы все. Да, конечно же. Ours, I mean ours! Almost all of Sorstralasia is under our control now! Just the way it should be! But the most valuable territory of all still belongs to the enemy. Take the Isle of Swill, and we will be the richest nation in the world! Just imagine! Limitless Swill supplies until the end of all time! Oh, God! Don't mess it up! Давайте я сделаю замену. Уберу Одду, выпущу Аяму. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующей серии. Пока-пока.